21-летняя Мария Погребняк воплотила сексуальный образ на курорте. Жена 36-летнего футболиста Павла Погребняка похвасталась изящной фигурой в пикантном пляжном костюме. Дизайнер и подруга телезвезды Ольги Бузовой сбежала от московской слякоти в райский уголок нашей планеты. Вместе с мужем и тремя сыновьями она наслаждается жаркой погодой и живописными пейзажами Мальдив. Любимый курорт Анастасии Волочковой вдохновил Марию на красочные фотосъемки. Погребняк захватила с собой несколько оригинальных купальников. Блондинка показала роскошный аутфит. Она надела соблазнительное бикини из золотистой ткани. Бюстгальтер и трусики с широкими лямками на завязках подчеркнули идеальные формы звезды. Она набросила на плечи оригинальную накидку с длинными рукавами-фонариками в тон купальнику. Светская львица распустила волосы и накрасила губы красно-коричневой помадой. Образ завершили солнцезащитные очки в квадратной белой оправе на цепочке. Мария приняла эффектную позу у бассейна. Многодетная мама поделилась своими размышлениями. «Сегодня все пишут о каком-то страшном солнечном затмении, я уже устала от этих новостей, то лунное затмение, то солнечное, то кровавая луна, то желание надо бежать загадывать, и так каждый день. А самое забавное, что у каждого астролога, психолога, гадалки и т.д. не совпадают дни», — отметила инстадива. Сегодня, 26 декабря, жители многих стран наблюдали кольцеобразное солнечное затмение, при котором небо остается светлым. Луна прикрыла солнечный диск не полностью, оставив огненную кайму. Максимальная фаза затмения длилась 3 минуты и 40 секунд. Жителям России оно практически не было видно. Новый образ Погребняк вызвал ажиотаж среди ее многочисленных подписчиков. «Я пошла на тренировку и пашу как конь, вот эта фигурка, мамочка троих детей. Маша, ты просто красавица, да? Фигура просто супер. Но как вы смогли добиться такой фигуры после трех беременностей? Крутая, нет слов, ни грамма лишнего веса, вы нереальная красотка. Восторг, овации, тебе идет этот купальник, какая роскошная. Завидую. Потрясающе. Вот это результат работы над собой». Восхитились они. Мария не всегда обладала стройной фигурой. Блондинка показывала, как выглядела до похудения. Она призналась, что комплексовала ходить в купальниках. Погребняк раскрыла секрет идеального тела. Дизайнеру запретили приезжать в детские дома.